И вот в спектакле «Интервенция» я и показываю пародии на таких одесских куплетистов тех лет. Значит, как это происходит в спектакле? Это пародии. Куплетист первый, который появляется в начале спектакля, в сцене, которая называется «Приморский бульвар», на летней эстраде, тогда это называлось «Раковина». Куплетист такой любимец Одессы тех лет. Он такой куплетист-импровизатор. Выходя на сцену, очень-очень знает, что он будет делать, в зависимости от обстоятельств, от ситуации. Вот, что касается экспромта, вот это был человек. Так вот, значит, он появляется, куплетист по фамилии Браунталь. Он такой весь, такой плотный, такой у него такой здесь, значит, визитка у него такая здесь, такие, значит, у него фалдочки болтаются такие. Он такой любимец, его очень любят, его очень ждут. Он знает, что его любят и ждут, поэтому он так появляется немножко как подарок он выходит немножко так. Мол, вот я вышел, сейчас я вам здесь устрою, да? Сейчас здесь я вам устрою, здесь сейчас экспромтик, сейчас, секундочка. Сейчас вы у меня хлебнете экспромтика здесь, секундочка. Ты у меня навсегда отучишься писать, сейчас, секундочку, сейчас. Пишет. Спрятался там, а я здесь один. Отдуваюсь за все это безобразие. Сейчас, секундочку. Значит, куплетист Браунталь, такой ему лет 40, а может быть 60. В общем, ему было 70, короче говоря. Но это не важно, он такой здоровый человек, очень хороший. Кровь с молоком такая. Он выходит и начинает, значит, свой номер. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Те, кто у телевизоров, тоже здравствуйте, здравствуйте. Все здравствуйте, короче говоря. Много вас всех. Всем здравствуйте. Так, секундочку, сейчас, одну секундочку, сейчас. Не сразу, минуточку. Так. Настроение с ума сойти, я вам так скажу. Не, поначалу немножко волновался, а сейчас уже мне совсем хорошо. Сейчас все будет нормальненько, сейчас. Немножко распоясался сейчас, чуть-чуть, да, сейчас. Сейчас, меня поначалу, конечно, трясло, так что ты вышел, так-то готовили здесь все, так-то в фойе говорили, чего-то рассказывали, хвалили. Так, секундочку, сейчас я всех вспомню здесь, одну минуточку. Так, отработка, да? Вышел, а что делать, я понятия не имею, да? Стою, морочу вам здесь голову, да? Товарищ из кухни прибежал, понимаешь, там у себя, к телевизору. А что он здесь дрыгается, да? Сейчас. Главное, что мне весело, так я вам скажу. Главное, что я с ума схожу, да? Чего вы хлопаете? Что они хлопают? Если ничего не сделал, сидят, хлопают, мне нравится. Сейчас вы меня здесь умрете со смеха здесь все. А? Тебя сейчас вынесут отсюда вперед ногами, чтоб ты у меня был здоров. Ничего, да? Не очень, сейчас будет лучше, сейчас, секунду. Только так шутка сразу, сходу вышел и начал шутить. Да ты попробуй, сейчас, секунду. Так, не устал еще, нет? Нормально все. Так, еще при этом петь надо, чтоб петь понять. Так, ну ладно. К вам никакого отношения не имеет. Так. Нормально. Я сейчас вернусь, одну секунду. Так, и... У вас время есть, нет? А? Как вы отсюда добираться будете, я не знаю. Не, у меня навалом, я никуда не тороплюсь, пожалуйста. Сейчас вы все разойдетесь, я здесь один останусь, я чувствую. Отработка, да? А? Что ты смеешься? Ты иди попробуй, он сидит смеется, мне нравится, все ему весело, да? А
А этот, а? Он у меня тоже. Вот так и мотаемся. При этом петь надо, что петь я вообще понятия не имею. По Руси мы прокатились и сюда мы к вам явились, ездили на чем хотите, где хотите, как хотите, начиная с аэропланов и кончая шарабанов. В общем, так мы докатались, что пешком сюда добрались. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам. Оу! И опять все сначала. У меня слова не главные, у меня танец главный. Шлем привет всем учреждениям, всем одесским заведениям, бледным лицам, бледно-черным, также дочерям покорным, также бритым и усатым, рябым, лысым, бородатым, также дамочкам приличным и, конечно, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам.